Oops. Yeah. Ну, все знают, что слева от нас лесопилка. О, а мы возле лесопилки где-то? Там же вроде база новая у Shadow, кто-то говорил. Мы же в гости ну, зайдем. Shadow вы говорили. Ну, так да, мы не и знаем, где у них база. Ну, где-то ну, возле честно. Можем найти, нет? Вон слева какое-то строение. Где? Вон, видишь, виднеется. Не вижу, где. Где, где, Лим? Вон, слева, 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 за пригорком был. Там что-то виднеется, какое-то белое. А, ну вон, наверное, это и есть, не? Жесть, мне женщина какая-то влетела. Очень. Это же круто. Так, нихуя не понял, опять всего забыли. Честно. А кто туда пробежал? Нахуй, это женщина. Ладно, спускаемся к дороге. Лем, слышишь? Принято. Ванесса, не отделяйся, подожди, пожалуйста. Можешь со мной постоять? Я быстро. Давай. Жду всех у дороги. Вы двигаете сейчас на дороге? Да, мы подождем. Лим, Лим, Лим. Лим. Нормально, нормально. Что такое? Да. Ничего нет на лице. Нормально все? Ничего нет. Ну, ты понял? Че мне? Да вроде нету. Ну, супер. Спасибо. Микро другое, в смысле другое, в плане другое, сейчас про... Чё за хрень? Нет, тот же самый микр. Тот же самый микр. А чё не так-то? Чё не так? Вы меня так не пугаете. В смысле другой микр? Тот же самый микр. Типа плохо слышно или чё? Это типа не круто, это типа опыт. Ну, я в плане понятно, что это опыт. Плохо слышно или что? Ну, не в поняла. В любом случае пригодится этот опыт, тем более здесь. Опыт... Ну да, ну, я новый. Я новый ну, себе ладно. Купила. Опыт понимания действий в случае чего. Ну да. До этого другой был. Да, я купил новый. Но он, правда, чувствительный. Капец просто. И бывает слышны звуки не очень, короче, нужные. Так, чё опять за... Бля, интернет, короче, да. Короче, да. Сори за лаги, чё-то интернет, короче, лагает, не знаю из-за чего. Поэтому и задержка, не из-за другого чего-то. Только дело в интернете. Лим, Лим, а тут можно, эй. Там в магазине есть всякие шмотки, там полиция написано, их можно вообще надевать? Типа, без проблем, ну, никто это не ругает? Ну, а в чем проблема? Я не знаю, мало ли.
Ну, может, только надо копом быть, чтобы это носить. Здесь? Ну, я понимаю, да, глупо, конечно. Здорово. Здорово. Привет. Здорово. Че, видишь, ну... Здорово, здорово. Да, мне поговорить нужно с лидером. Калим, пока не давай пойдем. Садись. Приветствую. Ну или здесь садись. Ну или тут. Нифига себе поменялся. Нифига вас так. Волос-то просто. Я поняла. Зайдем. Здрасте. О, привет. Здорово. Здорово. Привет. Привет, привет. Что-то я не ожидала. Мы пришли под ворота. Ну все, пиздец. Ну, получается. А что с человеком? Как твои дела? Он перетренировался. Да, это здорово. Привет, привет, привет. Привет. Да, пойдем. Есть. Можем поговорить? А, да, давай, давай. Подождите сейчас. Меня здесь, ребят. Да, конечно. Ну ладно. Чё, ребята, откуда ходят? Из Асайлом, Асайлом. А, всё, отходи. Я подумаю, что сказать, давай. Зорким взглядом гляну. И ты тоже отойди. И ты отойди. А чё, у вас как дела? Да, пойдём. Присядешь? Или как жизнь, все дела? Ну, люблю эти штучки как? Летающие тут. Да как сказать? Хвостики вешутся, головы отрубаются. Это круто. А что это у вас такое тут висит? А я не знаю, его у Лисы спрашивать надо. Я повешиваю что-нибудь. Нужны деньги на пиво. Пиво и что ли? Что, чем занимаетесь? И что? Лично я занимаюсь тем, что я живу практически в городе, я охочусь на все, что возможно, все, что движется. Не, это типа круто. Ежедневно. В городе где живешь? Ну вообще живу здесь, а милашка. В городе охочусь просто. Тебя да, я понял. Чё, ежедневно как минимум от одного до нескольких, там, 3-4 трофеев. Нормально ты. Бизнесмен. Сегодня он тоже двоих прибил. Хвостатых. На чего охотишься? Как скрутки субботу стрим будем делать. Мне не будет субботы. Я падальщик. Я уеду на дачу. Понял, конечно, да. Ну я просто как бы что-то... Последний раз, когда мне сломали оружие, как-то пока не хочется покупать новое. Она прямо в щепки развалилась. Ну, считай. 4 дня. 500 гильз. Ну да, можно типа оружие покупать. Как бы... Можно как бы купить, а можно пока оставить просто на нужные группы. Пускай лежат. Нихуя! Посмотрю. Лим, а ты что был такое? В домике на дереве? Да я просто на ящик посмотрел. Нет. А, там пизда. Вот в этом. Нет, не был. Ну, а можно это, покажу ему? Можно? Да, наверное, можно, у меня только ключика там нету. Это вон у Лисы надо. А там ключи. Вроде же открыто, ну, нет? Надо. А ну сейчас, ну пойдемте посмотрим. Ну, они там заняты, давай это, да. Дела. Пусть они договорят. Потом посмотрим. Ну да. Просто я помню, что кто-то как в какой-то день арендовывал, поэтому я не знаю. Арендовывал? Ну, понятно. Да, тут они же в аренду теперь сдают. Раньше он ничейный был, там устраивали оргии и так далее. Оп. И я как-то случайно туда залезла, там двое людей... Да. Или голенькие, да, там? Ну да, я... Надеюсь, хоть не мужчины были? Ну нет, девушка с парнем. Ну за шторкой я такая заглянула и ушла быстро, чтобы не создавать неловкость. А вдруг они как раз тебя и ждали? О, блин, ну, да, так типа, вот в чем... Опачки. Чёрт, так вот в чем было. Понятно. Ну вот они не закрывали, что они ждали случайно. Я пока глаза прикрыла, считай, я потеряла вас. Давай, давай. Да. А
В свое время на Рептауне я там. В понедельник был день энергии. Серьезно? Ну, типа, это не в глаз не такой этот. Там в него уходили Стефан и Пепел. Тогда понятно. Ну да. Блин, я уже нескольких людей видел с таким вот отметиной на лице. Чё это за отметина? За чего у вас такая? Я извиняюсь, спросить, конечно, неудобно, но ты попытка. Ну, тату. Где твои очки? А-а-а. Не без очков. Ну так это же стильно. Типа, знаешь, многие ходят с полосочкой на лице. А-а-а. Кстати, вроде где Дариус. Да, он у вас. Нихуя-то! Вот, в принципе, это прямой доказательство. Я понял. Блядь. Что, Вова, всегда такой серьезный? Да, всегда. Это он насчет нож не доставал, подожди. Ага. Ну тут не стоит. Там ребята ужаснулись, помнишь, на мосту, который группа пробегала? Они конкретно ужаснулись. Ну, понятно, да. Ты посмотри на него, реально. Они даже мост обошли с другой стороны, блядь. Ванесса? Да. Бери игрушку. Да, я пойду тогда глазки прикрою. Ну. Вон, в конуру залезу. Там человек живет. В конуре? Человек? В конуре ну, человек да. живет. Ну да, давай. Да, тут у нас приходил, короче, один это... такой смышленый парень. Говорит, а, который не так давно приземлился. Говорит, а я, говорит, в морге работаю. Ну, работал, точнее. А, вот, это говорит, случайно... А, я знаю, это же Рокет, нет? Да, да. Ну вот. Наш, он сказал, типа, я буду тоже... здесь в конуре жить. Ой, ладно. Так, сейчас прям. Он, скажу, кору мочил. Блин, по типу... Ничего, у них тут прикольно. Я бы с радостью убрала игрушку, если бы могла, блин. Несколько знаешь, опять с ком буду с вами ролить. А, да без проблем. Заходи. Роль. Марк, у вас все нормально? Да, все нормально. Хай, привет, Шаути, приветик. Как твои дела? Как РП? Нормально.
Калеб, на связи? На связи. Сможешь забрать стажера Диабло? Ему возле. Ему, ну, ему хуёво, короче, нужно забрать. Я заберу. На машине тебе еще иду? Да-да-да. Я заберу. Там вроде кто-то на чистоте вызывает, нет? Джолиан. Да, по бате слуха. На чистоте кто-то нас вызывает. А, ну, кажется, это, по-моему, ухажёр Мявы, который... Чё? Батя, я была тебе другого мнения. Вот это не поворот. Кто ухажёр Мявы? Лем, ухажёр Мявы, оказывается, охуеть. Вот это, блядь, так я, ну, раньше так и думала, но Лем сказал, что они просто, ну, друзья и всё. Все понятно. Я даже ее другом не считаю на данный момент. Ну, я-то знаю. Да. Все с тобой понятно, папа. С другом не считаю. Алиса. Нет, это не ухажер Мявы, это мой человек. Да нет, ну блин, ухажер Мявы, но они раньше бегали вместе, поэтому. Да она не бегает! Она не бегает. Она не бегает, она на базе сидит. Ну это, блин, когда на Рептауне еще была. Она на Рептауне даже не бегала. То есть, ее обычное состояние это на базе сидеть. Подожди. А какого хрена вы тогда побегали на рощу несколько раз? А, на рощу был момент, да. Два раза было, согласен, было дело. Ну, я, кстати, не помню почему и зачем. А, Бать, погоди. Почему я, когда с тобой выхожу, о каких-то похождениях твоих левых узнаю постоянно? Важно, в смысле, блядь, какие левые похождения? Ладно, правое похождение. Здорово. Ладно, здорово. Привет, дед. Здорово, дед. А что у вас тут? Здорово. А это вот наши друзья пришли. Гости. Да? Приветствую всех, приветствую. Да, теперь я это, как сказать, я его человек и живу на Селме. Да я уже поняла. Yep. Да, здесь все мои. А о чем он тут сидит? Кто? А, дерево охраняет. Прихватило у него. А, сердце, я думал, охранник просто дерево. Здесь вроде ты старый, а он это, наоборот, походу. Кажется, автомобиль. Получается, отходим. Да. А чей это автомобиль? Получается, хорошо стоим. Где? Это электрика. А, теперь понятно. А решили, что автомобиль безопасно там стоит. О, Франсуа. Да, встречаю. А вы соседей своих не видели? Здравствуйте. А, соседи спят. Здорово, Франсуа. Я думаю, что чуть-чуть попозже проснутся. Обычно просыпаются попозже. Ладно. Спасибо, всего доброго. Свидание. Да, нормально, потихоньку, бля, тут с горы упал. Так, ну что, давайте тоже двинем. Да, двигаем. Сейчас ногу Калеб сломал, ходил, хромал, блин. Сейчас Калеб приедет, заберет. Ладно. Спасибо, удачи вам. Да, всего хорошего, до свидания. Да чего? До свидания, до свидания. Ну да. До свидания. Да чё я опять, а? Я же ничего не делал. Калеб выехал с базы до Диабло. Да, Лем. Да я вам. Ловелас. Барберку забежим в палеты. Вот это можно... нет. Ладно, шутим. Так, ловелас ещё. Там биф едет. Вижу. А чё он прям на нас-то едет? Здорово. Здорово, братство. Здорово. Что там? Понятно. Такие вот все. Ванесса, догоняй. Сука. По окраине дороги, а то я вижу, что тут палета появилась. Ты слышишь, что они сказали? Ванесса. Они сказали, хрен знает, кто там бежит. Они вообще обалдели, что ли. В смысле? Ну, типа там... А, так я не... Так никто не в маркете просто. Ну, это... Чё, они нас не знают, как мы выглядим, что ли? Да, я, который раньше был на братстве. Лим есть. Ну, так вот ещё забывают. Чё? Ну, я могу, конечно, форму братства одеть. Псевдес есть. Я могу форму Рептауна одеть.
Вот что ты, давай, блядь, еще. Динар, блядь. Давай еще членами начнем меряться. Да, знаю. Да. Нет, конечно, можно, но нахуй, но надо. Да. Сука. Ну, мне, знаешь, Лем, мне кажется, все-таки Элвис победит. Так, не надо, не начинайте это, пожалуйста. Я не уверен. У него есть одно преимущество. Я черный. Так, я же сказал. Осуждаем, блядь. Просим прощения, осуждаем, да. Я осуждаю это. Я тоже осуждаю, не поддерживаю высказывание данного долбоеба. Это про меня сейчас? Нет, это про меня. Это я сам про себя в третьем лице просто. А, ну ладно. Сказал. Нифига ты это. Опа. Это... Кто это? Шухер справа, шериф. Кстати, не знаю кто. Ну, я ни раз тут не была. Что ты хочешь сделать? Подстричься? Помочь? Волосы. На лыско. Да сука. Так, ты помнишь, что мы говорили? Мы сейчас тебе еще помимо того, что пострижем, еще и брови сбреем. Так что давай. Лиск среди мужиков, а? Конечно. Прости, пап, я больше так не буду. Прости за плохое поведение. Да все уже. Да все, ты тебя второй не сажал. Папа, прости. За плохое поведение. Да ладно, идем. И пошел массовка. Ужинаешь, да, на шапке полицейский. Ой-ой-ой-ой. Твои же чуть не сбили, нафиг. Нихуя! Скажи, чтобы он это... Не-не-не, скажи, что капитан Буллера на него... Ебать! А то он обещал, что не будет так гоняться. Я напишу капитану Буллеру. Ебать! Чё у тебя... Это, успокойся. Если что, будь задержат меня вместе с Рэбом. А, да, блядь, тогда звонил. А ты, блядь, умеешь это, найти компромисс. Осуждаю тебя, Леся. Что за... Чё? Не компромисс, так чай. Чё пишем? Странно. Не первый день на этом острове. Где наше молодое дарование? Именно Диабло. Нам, кстати, с тобой потом будет о чем поговорить. Так, мы чё, куда? Зачем и почему? Мы домой. Элвис, у тебя все хорошо или это у меня проблемы с головой? Нет, это у него... Это мне пиздец, у меня просто голова взрывается. Понимаю. Еще чуть-чуть, у меня голова взорвется нахуй. Ну, еще где-то часик продержись. Ай, блядь, как... А что будет потом? Как тяжело будет, но я продержусь, попытаюсь, блядь. Потом но если будет. Прям вообще мертвяк будет, блядь, я скажу. Тебя да на спинку к Марку посадим. К папе. Было бы неплохо. Ты у папы на спине. У папы на спине всегда хорошо. Главное, чтобы не на другом месте. На плечах у папы совсем не страшно. Ни у одного, ни у второго. Это знаешь, типа, есть ребенка сзади, так сказать, есть спереди. Ну, это дело себе и да уже. Я не насадка. Это кенгуру так таскают, обычно или коалы. Сейчас меня. Есть еще специальные ремни. Не коала и не кенгуру. Ладно. Не будем об этом. Да. Мы же все. Лем понял, о чем я. Да, я понимаю. Давайте на обочину. Помню, что Лем много чего может понимать. Да он это... Да мы про обезьянок разговаривали с ним как-то. Да. Крутые биби здесь на Манкетауне. Да нет, Банан Гэнг лучше. Ну, хотя везде нормально. Да в каждой себе есть урод. Блять, так и хочется продолжить, но я не буду. Рыжие в горе в семье, да? Да, нет.
Да я про другое просто, ну, понимаешь? Ну, да, да. Давай, давай, злорадствуй, злорадствуй. Кстати... Я приветствовал. Кстати, мне тут про Рокфорда этот... Друг Рокета рассказал, что, типа, он сказал, что там живут какие-то одни извращенцы, которые насилуют мужчин, типа. И предлагают ну, вот это, сразу кстати, правда, там в баню сходить, там еще куда-то. На Рокфордах? Ну, типа, да. Опачки! Нужно будет Рэю сказать, он любит, когда его насилуют. Так, давайте закончим все. Ладно, я ничего не слышал. Да, говорят, есть такая группировка, что не приглашают молодых в баню. Мальчиков. Да я знаю про эту группировку. Да. Ой. Там что-то про кенгуру говорили, сейчас да, меня Марк в зубы нахуй за жилет возьмет и понесет. Там нормальные мужики на Рокфорд живут. Не знаю. Да. А, да? Которые в баню приглашают и насилуют. Да ну это же ну, да. Шутят. Я думаю, это все. Вот шутят. Это, вот это Ванесса, конечно, сейчас ебанула. И сейчас должен быть это. Да в смысле, это же все слухи, это неправда. Я была на Рокфорде. Все понятно. Никого там не носили. А мы ненормальные мужики. Да в смысле? Вы нормальные мужики. Жесть. Я бы сейчас хотел пошутить, но не буду. Вот да. Да, тут пока лучше не надо. Как-нибудь потом. Но зато это вас стимулирует, знаете. Да, меня это стимулирует бежать быстрее, но мне не получается. Да ладно, у тебя вроде получается. Нормально. Да? Ну вроде да. Считай до трех. Раз, два, три. Я его вылечил. Сломался. Все, он тупанул. Походу. И, походу это на Дариуса переключилось. Это заразно. Дариус нормальный. Если что, он, да, изначально такой был. Он был еще хуже, так мы его переучиваем. Сука, я опять хотел пошутить. Как тяжело. Хорош шутить, блядь. Давай я просто вперед побегу. Можете тут зашутиться. Давай. Да не надо, не надо. Не надо. Сейчас как шуткану. Кто быстрее, кто быстрее, кто последний, тот. О, че это такое? Что тут за деревушка? Это... Старая хуйня, мне когда-то про неё страшные истории рассказывали. В смысле, что там было? Не знаю, да, машина на базе. Я не помню, какие-то страшные истории, я не помню. Коммуна какая-то. Секта, что ли? А чё вы там решили пойти? Блять, подкиньте под базы, блять. До базы подкиньте, ребята. Да, вряд ли они подкинут. А вы? Асайлон. Я же говорю, Асайлон, вы что не узнали, блять? Вообще, пиздец я какой. В шоке было, когда вы сказали, мы нихуя не видели, мы сидим кто? В кузове, блять, что мы? Ну подожди, нет, когда мы ехали, поздоровались там. Да. Люди.
Привет. Я лично здоровался. Ты Марка не узнали, блядь? Так, ну, ребята, вообще, все рюкзаки все, сняли. Я нет. Марк, они тебя не узнали. Рюкзаки, цепочки, блядь, все. Ну это пиздец. Я спал, блядь, 2 недели, я тебя узнал. Если сразу. Да, что с ним? Так. Да. Да, и удобно не... Нет, вот ты тоже сядь получше, а то ты как-то слишком пафосно сел. Как, знаешь, ждешь, блядь, пока приедешь домой и увидишь Еву. А я так понимаю, вы за бензин берете? А, да? Я, пожалуй, постою. Может, лучше... Лучше посидеть. Ну... Я вообще охуенно сижу, мне заебись. А, нет. Если что, ребят, лучше смотреть еще по сторонам активно. У вас очень чудесный водитель. А кто? Не, я нормально. У нас, я заметил. У нас водитель камикадзе, как говорится, один раз. Хочешь, я сяду за руль? Не, у нас есть кому. Я заметил, водитель охуенный, у меня уже дупло, по-моему, сейчас надорвется. Ты потому что сел ненормально. На каждой кочке дупло рвет. Ой, стойте, давайте перейдем. Стой! Так. А можно мы его оставим? Да, поехали. Топи. Ладно, я бы сказал, это все потому, что он... Ебать, он долго бежит, конечно. Не надо, Марк, не надо. Вы чем его нагрузили? Че он так это? У вас какие-то проблемы или сын, или че, я не могу понять. Он бежит, я охуел. Присядь. Я ждет. Да стой! Да боже, я же нормально. Что? Я постою, пожалуй. Не знаю, нормально обычно... Ваня, если ты просто держись. Да я обычно нормально садилась, не знаете, в чем проблема. Попу отъел. Хавай, хайнава. Уважаемые пассажиры, просьба не высовывать части тела за пределы... Стой! Сука! Нормально, он... Он у вас, этот, новенький, болеет немного, да? Да я не сказал бы, что он новенький. Да болеет, это точно, да? Ну да, он больной. Ну понял, блядь, сука. Это все потому, что ты понял. Он красивый, но у него круче. Бля, ты заебал, тебя сейчас привезу, нахуй. Нет, стой. Подожди, Мия. Стой. Братан, ты либо стоя, либо сядь и ожидай. Я ожидаю. Просто ожидай и ничего я больше. Я стоя ожидаю, нормально. Все, погнали. Трогай. Блять. Тяжело. Второй раз, нахуй, дупло на дороге порвало, блять. Ой, блять. У вас сквозняк, конечно, долбит это, да. Не, мне кажется, в голове у тебя сквозняк. Это факт, блять. Ты такой сквознячило, я хуею. Бережем головы. Ааа! Что произошло? Что там, блядь, совсем дом? Там... А ты, слышь, а ты как с затылком-то, блядь, чувствуешь? Здравствуйте! Блядь! Чувствую, блядь, тормознулись. Я что-то чувствую, у меня затылок поддувать начинает, я аж вздрогнул, блядь, и крик. А я думал, ты жопой почувствовал. Блядь, там жопа... Может быть, и так. Едем. Ну там есть человек наш. Ух ты, блядь. Да. Блять. Можете еще своих людей забрать, мы их видим. Там кто-то еще впереди. Притормози. Правильно, Мия. Ну, мы их встретили, подожди, тут это, у вас один Франсуа. Есть, которого дупло рвет, как он выражается, поэтому заберите его, пожалуйста. Мия. Ты что, не ответила, Мия? Да как так-то? Подожди, стой! Стой! Все, едь. Бля. Сука. Пристрелите его. Чтоб не мучился. Блять, давайте он добежит. Как его? Воротник. Кто? Дай живу, животина. Нормально, вас услышу, да? Нет, вам стучат. Потому что ты черный, все верно. О, осуждаем! Я пожалуй пешком побегу от этих... Осуждаем максимально, блин. Быстрее так добегу, блин. Что вообще какая-то проблема, блин? Ванесса, прости, я не знал. Дилэй, мы больше не будем. Дилэй простит. Чё? Ну, бог чё простит, делаем? Только Дилэй. Ой, да ладно? Господи, не пугай, так я уже думал. Меня так-то Аллах, как говорится. Блять, я думал, буллер рядом.
Я уже тоже на панику села. Я же вздрогнул, нахуй. А вот чтобы, ну, в стимуле были. Ими? В стимуле. Ты меня опять сейчас через кузов ветром ебанет, я не знаю. Я тебе ну, потом побежишь уже дальше. Тут недалеко добежишь. Ух, ебать. Да? Чё там? И главное, не задумывайся. Ебать, мы как селедки, я вам говорю, в этой банке, бля. Это еще каждый, мало. На каждой кочке пиздочи, так каждого я. Не, это у тебя просто башка, походу, бай-бай. Кого там везет браться домой? Нас. С курим пополам. Вот бы, конечно, наполнить это все водой. А что такое? Не, не получится, оно протекает. Говорит, там остались двое на этих. Сейчас просто приедет, их привезет. Ты там что, тебе ногу свело, что ли? Я тоже не понял, поэтому... Ты куда едешь? Они бы добежали бы, уж не совсем. Да ладно, раз уж домой. Ладно, все, возвращайся, я понял, что никто ничего не понял. Чем больше ты за рулем, тем больнее нашей машине. Я знаю. Не, не обиделся. И моей же. Это кто сказал? Это Орион, по-моему, сказал. Ты что, блядь, не понял? Подожди, я нихуя не слышу. Вы пустите меня, пожалуйста, я не хочу ехать с ней в кабине. Бля, Орион, ну не надо так, ты что, блядь, сожжает. Все, спасибо. Дай, пока. Любим, пока. Всем обнимаем. Пока. Спасибо. Узнавайте почаще. Ну а нахуй вы их сюда привезли, забирайте назад. Блядь, нихуя. Блядь, стой. Че, гостеприимный. Здорово. Да. Я же на ренегатах жил. Здрасте. Блять, это все? Ладно. Ты что за так много людей, я не понимаю, кто это. Надо будет. Можешь обращаться ко мне к Лавису. Привет. Да, спасибо. Если что-то надо привет. Будет, разбудите там. Жесть. Блять. Ты нормально? Если на рации сидеть, то можно знать, что Марк сказал, бля, Калеб, метись кабанчиком и забери там этого, которого мы оставили. Вот, собственно, вот так вот все и есть. Поэтому честно, новое распоряжение всем быть на рации на базе. И когда говорит, вы бегаете... Я на рации, но и много, когда кто говорит, не слышно. Там рации. Человечка не надо пустить? Этого? Не, не надо. Я сегодня, извините, просто немножко токсичный. Че, мы едем там на реперсы или как? Да, едем. Так, значит, сейчас... Откуда мне Марк ты что-то уже про реперсов знаешь? Сейчас мне Марк что-то хочет умное сказать, а потом мы едем. Значит, смотрите, что мы делаем. Мы берем со склада резину, берем из тех ящиков порох, серу, пустые гильзы, едем, везем их на Риперс, вызываем там Рост, приезжают Розы, забирают всю эту хуйню, подваливают нам деньги, мы забираем также пластиковые бутылки, уплываем сюда еще... на север, скидываем это все в те ящики, которые у нас на берегу, потом еще раз туда, потом еще раз туда. Там... Кто-то остается здесь и на Рэбболе катается. Сейчас, подожди. Что-то сложно. Кто-то остается здесь и катается на Рэбболе, забирает то, что мы привозим в те ящики. Сейчас, подожди. Подожди, а мы катаемся не, туда и ебашим того, так ящики все пластиковые полные бутылки. Там. Мы туда ничего не хуяли загрузим. Потому что там Энтони туда все запихал. Если Роук забрали то, что должны были блять. Забрать, то там, возможно, пусто. Какие так? Нахрен Роук? Ну, в смысле, Форсакин. Мы там договаривались, что они заберут какие там... Какие нахрен Форсакины? Спортпит. А, нет, Ванесса, не те ящики. А, какие? Другие какие-то? Все, я жду. Да, у нас есть еще другие, которые на нашей стороне, на пристани Джо. Понятно. Ну, вот, мы на пристани Джо загружаем те ящики, кто-то на Рэбле и еще кто-то катается и возит их сюда. И в итоге все заебись, и мы все комплексно делаем. Вся координация через рацию, и никто никому не ебет мозги. А какие есть вопросы? Главный вопрос, когда мы поедем, все остальное. И надо брать рюкзак или еще что-нибудь. Да, рюкзак надо брать обязательно, надо выложить кармашки там по максимуму. Там эти еще же ауткасты хотели пластик просто продать. Ауткасты хотели пластик, я не вижу заказа. Нет, вот они хотели продать нам его. Ну, хотели, пусть тащат на риперсы. Ну, короче, там Калеб, риперсы должны и так были забрать. Все. Так, короче, все готовьтесь, выгружайте пока сумочки, смотрите, чтобы всех было по паре сигнальных пистолетов, медицина. И яйца с собой. С собой, да. Вот. Ну, я лестницу с собой забрал. Блин, мне женщину надо было. Где она?
меня осталась последняя бутылка, так сказать, и все. Больше у меня ничего нет. Я сдох полностью. Блять, у меня воды. Не, просто у меня есть с собой один из пластиковых бутылок, могу дать для воды. Привет, о, Гаррет. Привет, привет. Рад тебя видеть. Привет. Хотим посмотреть. Привет, привет. Я тоже рада. Как? М? Как ты поживаешься? Нормально. Язык уже прошел, как? Да, да, да. Ой, я так рад. Я так... Спасибо. Сегодня, правда, опять там немного напугалась. Кстати, всех, это... В целом нормально. Сегодня это... Приходила... Кто? Ида с Нокс. А, и что? Идалин. Угу. Татья умерла, прикинь. Чего? А что с ней случилось? Не знаю. Не знаю, я так не успею нормально с ней поговорить. Ну, с Идалин. И Ангел умер с Нокс. А... Печально. Mm-hmm. Да уж. Далее пошел с цитаты. Так. Грустно. А вот грустно, если бы она у нас будет. Осталась, возможно, Лен, на связи? Была жива. Мне так кажется. Жесть. Хотя с Хью бы они бы передрались. Видишь, расскажи ему тет-а-тет про то, что ты мне рассказал. Почти одновременно. Угу. Гаррет! Да, 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 да. Привет. Здорово, чё, как дела? Нормально. Как вообще настроение? Всё хорошо тут? Да, пойдёт. А мы никуда не поедем? А где Акера? Здорово, Секс. Здорово. Блядь. Что такое? Акера есть на частоте? О, кстати. Лим. Есть на частоте, да. Ты свой номер записал. Ты, ну, выложил то, что я тебе дала, не потерял там? Ну, он там на... А, не, я думал, что а, все, хорошо. А то тут Секс пришел, да. Если что. Не надо вспомнить, что я рассказывал. А, Галеб. Ну, все. Что? Это у меня второй комплект. Подари сербу. А что это за мужчина? Вы кто? А у меня нету сербу. У меня нет. Да, кстати, вы кто? Я стажер. А, как вас зовут? Лапа. Как? Лапаша меня зовут. Охуеть. Лапаша? Лапаша, я правильно сказал? Да, да. Первый человек, кто сказал правильно. Лапаша, это на каком-то Лапаша. Языке? Лапаша. Такой секс, блин. Ну, хорош. Да... Ладно, 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 ладно. Ты хорош, приставай. Ну, это Гарри, что? Ко мне секс пристает. Ну, вот что? Это. Ну, а как он пристает? Вроде он тянет, но не... Ну, губы тянет к своей ко мне. Бывает. Пойдем за мной. Лучше водички сделай нам, сделаешь, пожалуйста. А я не умею. Ладно, давай, все, ладно, вот, просто... иди сюда, ничего такого не будет. Ладно. Лапа, ну точно, блин, конечно. Ну давай! Марк, у меня секс постоянно. Давай быстрее! Куда, блин, быстрее? Давай! Да, блин, тише, блин, секс.
хрена нет. Марк, у тебя не будет бейсбола? Будет. Блять, эта башка трещит жутко, пиздец. Будет, но не со мной. Хуёво. Сейчас принесу. Чё, так давай я ему дам. Я гард потерял, он что-то в воду просил. Ну слушай, лучше бы в кор сходить, так сказать. А, да, точно, я их там видел, он там справа, блядь. Гард, что, как делать-то? Эти, есть очиститель для воды или что там? Гард. Да, есть. Блять, я не той девушке написал. Хреново, блин. А дайте масло оружейное, есть где-нибудь здесь вот в комнате из ящиков, чтобы что я мне это оружейное масло. Есть. Ну тут вот. Вроде нет. А, нет, тут нет. Я вот пароль здесь? Не помню. А, ну сейчас давай возьму. Дай лучше мне, чтобы я не помнил пароль. Только не говорите, пожалуйста, сейчас вслух пароль, умоляю вас. Да не никто не собирался. Так, кому масло дать? Подожди, держи. Или ты все говоришь, Гард, ты уже даешь. Так, отлично. Вы готовы? Лесь, успокойся. Что ты пишешь? Не, ты чё, не чё надо сейчас такое писать. Все нормально. Блять, ракетницу нахуй с пулемета. Вот. Все класс, я сам. Это хорошо, это мне повезло. Это что, я. Ты возвращаешь массу? Ты чё? Тихо. Да, да я на предохранитель. Да. Ебать, 9 масс. Собираем народ, да? Да. Жестко, ну его одного хватило. Будут ожидать у Риперска, по крайней мере, это подъедут туда. А, так, все, кто на чистоте, кто сейчас едет в город, собираемся у ворот. Я расскажу, что как будем делать. Калеб, а поищи, пожалуйста, по ящикам черно-красного рюкзака, не очень огромного. Блять, есть? Я есть где-то? Потому что я почему-то свой не могу найти, блядь. А он, по-моему, в ящике отворот лежал. Вот это, блядь, пиздец. Поищи, пожалуйста. Так, все собираемся около входа. Чё у тебя с глазами? В смысле? А чё? Чё не так? Так, ребята, да, что мне с глазами? В ящике у ворот только огромные зеленые. Чё эти чёрные? Не знаю. Это макияж? Да, слушайте. Да, макияж. Просто. Короче, нужна помощь. Ну-ка. Не надо, чё? Ну, можешь это и от слёз, я не знаю. Ну, чина сфильтровать или с фильтра воду. Потекло. Я же сказала, не надо. От слёз? Ну, блин, иди на кухню, кипяти так же. Пойду. Так же кипятишь. Только стеклянный. Я не смотрел в зеркало. Стеклянный? Плачешь, да? Да, стеклянный. Неужели нет? Блядь. Саш, пластиковые нам нужны. А все, уже поздно. Ну все, да. Поздно. Что есть? Пиздец, рюкзак где-то проебал. Какой? Черный? Неплохо. Пожалуйста, убейте меня. Черный рюкзак большой? Да. Так он в этом... Где ключ лежит? На воротах. Я делаю воду. Нет, там зеленый и не такой большой. Нам сказали, хотите нормальную тренировку, типа, пошлите за нами. Мы пошли, короче, нас нарядили как долбоеба. Ну да. Мы его пошли. Не, ну в принципе зеленый, нормально. Да, просто я пол... Красный. По пути, бля, я пробежал, нахуй. Красный. Так, что-то хотел сказать. А, так, сейчас, секунду. А, нашел я твой рюкзак. А, нет, я большой нашел. Слышь, Дилан, одеваешь? Прям огромный. Да спит он, ёбаный в рот. Блять, вспомнить бы, где я его кидал, нахуй. Чё, скучно? А, да, Эдриан, спать уже, что ли? Надо будет опять в ящике смотреть. А Эдриан, да спать ничего, ушел? Я просто тоже сейчас буду спать. Да, вроде ушел отдыхать. Я взяла. Давай, нормально, 16. Восстанавливайся. Воды. Сейчас тебе дадут кое-что.
То, что тебе должно помочь. А кто трогать будет? Приложи в голове. Приложи в голове. Я бы не доверял ему на том месте. Куда ты потратил пулемет? Не, это у меня... Я никуда не трачу. Просто про запас. А, ну это правильно, правильно. И вот на это. И вот на это хочу. А вот это как штука называется? Это я забыл. Что-то XM, это... Что-то, да. Так. А на сербу патроны к ней подойду? У нас сейчас все едут, не да? Знаю. Все участвуют во всем этом замечательном мероприятии по доставке. Я не в курсе. Какой доставки? Всех раздражает, да? Меня нет. Смотрите. А какая доставка? Мы сейчас собираемся, делимся на две группы. Одна большая, вторая маленькая. Большая группа берет резину, порох, пустые гильзы, серу в рюкзачки. Поэтому те, кто едет, выкладывает как можно больше, чтобы места осталось, чтобы больше полезно вошло. И бежит на пристань Джо. Там мы садимся в лодку и плывем к Риперсам. А вторая группа по команде приедет на пристань Джо, там, где у нас стоят ящики, именно на пристани Джо. Вот, и заберет оттуда, что мы выгрузим после первой ходки. Вот. Вопросы? Есть вопросы? Кто координирует первую и кто координирует вторую группу? А можно? Что-то... Да. Ладно, с рюкзаком. Вопрос, можно мне остаться дежурным? Можно остаться, только ты поедешь потом на Ребеле и возьми себе кого-нибудь еще одного, чтобы этот вдвоем ящик можно было забрать. И вы поедете, будете челночить по команде. Когда мы туда привезем что-то, вы съездите, заберете, привезете, выгрузите. Могу вопрос? Я вот. Давай. А кто координирует первую, кто координирует вторую группу? Первую буду туда... координировать я и Марк, вторую Гаррет. А общую мы все координируемся на рации. Так, а стажеров не берем? Стажеров можешь привлекать к своим. Это съездить на пристань Джо. Собственно, да, наверное, мы их и так можем взять. Ну, они что сидят все, блин? Ну да, это надо работать. Все. Да. Так, я не знаю. Кто едет? Секс, ты не едешь? Ой, что-то устал. Два шага назад. Так. Гаррет, Гаррет, выберите стажеров поумнее. И можешь двух даже взять. У тебя все ничего. А ты это решился к нам стажировку идти? Значит, смотри, сейчас мы замечательно берем там резину, пустые гильзы и все прочее, идем на Риперс. На Риперсах. Я добьюсь до Макса, чтобы он приехал и все забрал. А там мы забираем пластиковые бутылки, везем сюда. И выгружаем их на пристани Джо. А Гаррет их возит на машине туда-сюда. Со стажерами. Не, таскать. Я все здорово придумал, да? Поехать в одно место на машине. Я не знаю, что приедет. Бутылки, короче. Извиняюсь. Да. Послушал, но со стажером Ром. Вот смотри, видишь того рыжего мужика? Он ирландец, его зовут Гаррет. Подходишь к нему и говоришь... Гаррета я знаю. Да, подходишь к нему, Гаррет, я готов. Только не говори на что. Пусть там у Гаррета богатая фантазия, а у тебя будут новые впечатления. А, базара нет. Ага. Пизда, стажер. Да ладно, нормально все будет. Я Гаррету доверяю как себе. Что такое? Да. Че я уже прослушал, блядь? Че, нормально все будет? Ничего. Все заебись. Ну че, берем рюкзаки и начинаем? Или... Блядь, да. Забыл кое-что. Так, что таскать? Значит, смотрите, надо сейчас выложить все лишнее барахло, чтобы у вас было больше полезной нагрузки, вы могли взять. Вот, берете рюкзаки, сумочки, что у вас там есть, и берете резину из со склада. Ко мне подходите, говорите, сколько чего взяли. Добро, я выкладываться. Ну, у меня вроде получилось, но я пить это не хочу пока еще. Так, сейчас, секунду. И куда ты? О, а вы же прослушали мой замечательный брифинг. Какой? А это не повод отлынивать. Выкладывайте лишнее, все, что не нужно. Там. Мы готовим воду. Да, мы готовим воду. Мы пытаемся. Том. Да.
А, смотри, мы сейчас плаваем за креперсом, за пластиковыми бутылками. Не, я готов, вообще. Для пластиковых бутылок не будет пластмассы. Не будет пластмассы, не будет денег. Не будет денег, не будет воды, не будет питья, электричество и все. Ребята, через сколько вы двигаетесь? Поэтому сейчас надо. Если вы готовы, как бы готовы собирать бодрство, вы собираетесь бодрство в ближайшее время, надо поучаствовать во всем этом. Можешь нам помочь только, пожалуйста? Да, что? Поедем? Поедем, да, получается? Берете фильтр, нет. Заливаете... Не угадал. Где фильтр? Калиб, я забрала 450. Так, прекрасно. Где калиб? На складе. Я понял. Калиб, принесешь замочки от ящиков? Да. Yes. Что? Этот, ты на рацию дублируешь. А ты, это не море загреть, а твой? Ты я не знаю. Все просто взяла из этого, оттуда и все. А, то я где-то свой проебал, такой, ну ладно. Ну я оттуда взяла, у меня не было. А где, где? Ну где? В этом, возле станка. Я пойду призову. А, вы все выложили? Ага, ну, видимо, вот он нашелся. А-а-а. Тебе отдать его? Хотя бы что-то да, нагрузил. А, ты нагрузилась? Ну да. Блин, ладно. Потом он, короче, разберемся. У меня просто сильно. Угу. А что вы нагрузили? Этот. Резину. А что грузить, кстати? Резину, ну. Да, да, да. Резину плюс патроны, гильзы. Калиб, ну расскажи людям, что грузить. Да резину пока. Калиб, соберите всех людей, пожалуйста, вот возле меня, Ванессы, Гаррета. Есть у кого-нибудь рюкзак? Там, у Санка, глянь. А я глянул, там не было. Ну, значит. А в ящике у ворот. Ща. И там нету уже, по-моему. Короче, надо рюкзаки еще. Походу. Не хватает. Я один рюкзак но видел, меня... где резина. Так, все, я тут. Пластик. Так. Все, нормально. Значит, все, прекрасно. Сколько нас считаемся? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Блять, нас дохуя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Гард, ты стажеров нашел? Да. Отлично. Так, сейчас, секунду. Одри добралась до города. Прекрасно. Круто. Так. Значит, смотрите, какая сейчас операция. Мы сейчас со склада... Нет, сначала. Мы выкладываем все лишние вещи, то, что нам не пригодится. Оставляем 3 бутылки воды, немножко покушать, немножко нашего любимого каркаде. Вот. Оставляем. Так, сейчас, значит, смотрите, еще раз, мы оставляем 2 сигнальных пистолета, немножко медицины, там обезболивающие бинтики, немножко воды, немножко покушать спортивного питания, вот, и, собственно, на этом все. После чего мы идем все дружно на склад, берем резину. Кто кому не хватит резины, подходит ко мне, я скажу, что еще взять. Вот. И после этого пешим порядком выдвигаемся на пристань Джо. На пристани Джо мы грузимся в лодку и плывем на риперсы. Какой нахуй прикон, блять? На пристани Джо мы грузимся в лодку и плывем на риперсы. На риперсах мы скидываем все это розом, забираем пластиковые бутылки, везем назад, оставляем на пристани. И так несколько ходок, пока не перевезем все пластиковые бутылки. Гаррет в это время будет на Ребеле возить пластиковые бутылки тут от места выгрузки до сюда. Кстати, а где Рэй? Где Рэй? Вот. Вопросы? Нет вопросов. Все, отлично, тогда идите на склад, берите резину. Вот Ванесса молодец, уже все сделала. Понял. Дайте я выйду, это пиздец, пожалуйста. А что так много мужчин тут? Нахуй.
Мы за едой пришли. Это вы попрошаете. Ну в какой? Ну что ты красный-то надел? Ну что-то сделать интересно. Блять, Акер. Что? Акер, это если сделать? Мы охраняем. Ну, станцевать там, не знаю, хотя. Пойдем, Акер, отойдем. Во, смотри, как собачка танцует. Собачке можно просто так не дать. А, не понял. Лепрекон пришел. Лепрекон, да, все, а еду. Да, все, потом, пойдем. А еду. Да, спасибо, все. Заткнись, попрошай. Мы потом придем. За едой? За едой. Че, откройте мне вот рот, а я пойду погуляю. Сейчас. Короче, Элвис, со связи? Заели? Ну, походу, да. Мужчина, можете попробовать открыть? Ворота заели. Элвис. А, блин. Ты нагрузился уже или нет? Блин, еще не слышит. Гаррет, можешь открыть ворота попробовать? Не, ну вот это, конечно... Да блин, Гарри, парас. Да подожди, ты ключ, ключи она ключ взяла. У меня. О, а что не так? Ну, попробуй, не знаю, что у меня. Заели ворота, во, нормально. Спасибо, чао. Скажи, ты просто не хотел в ящик убирать ключ. Ну, конечно. 100%. Боже, ты сейчас топором-то, Том. Убери топор, Том, пожалуйста. Том, что, дурак, что ли? Убери его нахер. Че, он тебе топором мешает? У меня нет ствола, у меня есть топор. Я весь топора на базу, с базы не выйду. Я свой топор отдал. Так, собираемся. Тома, что ты с топором? А с чем еще? Ну ладно. Так. Так, на сборы собираемся все у бара, все, кто идет. Ну, это просто самая мощная, что у меня есть, поэтому я его сейчас можу. Выбегаем. Я подготовился. Срочно поспать. Гара, слышишь? Да, я слышу. Что я пока пойду посплю. Понятно, как работа начинается, так сразу спать. Так я ждал. Сейчас ждал. Давай, ладно. Вот он, Джулиан заменит. С нами Ева еще пойдет, сейчас она рюкзак возьмется, нарядится и пойдем. Так, а что-то еще Калиб, есть собирать? Калиб. Просто у меня еще влезет. Да, есть. Я взял 800 с лишним резины себе. Там еще 300 осталось. Я забрал их. А, ну то... У нас дохуя на одну лодку. Так, сейчас я ключи. И бензин-то возьми. Я заправил. В лодке 2 и... Ну, только не говори, блядь, что ты в багажник положил. В багажник, а что? Заебись. Помянем нахуй. Ладно, сейчас возьму Марк, две из этого. Марк, держись. Что сделал кто? Сейчас возьму две из этого, я знаю, что сделать. Я глазки перезакрою, когда возьму из этого, из лот. А чё сделали? Багажник положили. Кого, ключи? Две канистры. Да, две канистры. Нормально, Тома, всё убери будет, топор, я пугаюсь делаю. Очень. Да, я тоже... Кто? Ай! За подсумок зацепился. Убери ты этот топор, блин. Пойду положу его, блядь. А, рюкзак, пойдем за рюкзак. Дровосек. Пиздец, блядь.
Ну, ты сливаешься с местности. Марк, вставай. На работу пора. Еще 5 минуточек. Никаких 5 минуточек, уже надо. Ну, пап. Так что не собрались? Блять, я в ахуе просто. Ну, блять, без косяков жизнь интересная. Кстати. Да. Вообще. Там скоро открытый сеанс для мужчин. Чего? Блин. Ну, пойду с косметом так всем спокойно, нет? Блин, я тоже хочу, но у меня нет денег. Стой, где открытый сеанс? Чего открытый сеанс? Открытый сеанс тату будет на севере. А чё, мы теперь это, разжились деньгами или что? Мы ещё деталь не купили. У меня нету денег, блядь, из-за ебучей машины. Ну вот, какой-то тату. Я год пытаюсь, блядь, себе я тоже пытаюсь себе под грудь набить. Ничего. Я вот терплю. Ничего не пытаюсь. Ну, тебе на 6, вон. Ну, мне тоже, блядь, да. Жесть. Все, все готовы? Сколько нас? Раз, два, три, четыре. Прием, прием, мы у бара тут. Метапор от няни. Тома, у тебя сумка есть? Прием, я тоже. Кстати, ну, я вчера, это, знаете, так, это 30 гильз свои самые легкие в жизни заработала. Вообще есть, но сегодня я её скинул там. Что еще брать? На базе все разобрали сумки. Здорово. Что еще брать надо? Здорово. Привет. Еще здорово. Сейчас я пойду переоденусь, секунду. Это кто? Калеб. Это Эдри. Да, что? Калеб, что еще надо брать? Так, смотрите, сейчас давайте посчитаемся, у кого сколько резины. 450. 450 по карманам там. Так, 450 плюс 450 плюс 360. А, у кого еще? 813. Резины. Резины. Выложи 3, пожалуйста. Точно 3... 813, да? 713. 800 или 700? 800. 810, ладно. 3 выложи, пожалуйста. Так, 2070, шай. Отлично. Все, в принципе. Так, этот я взял, все остальное. Канистры взял, ключи взял. Все, в принципе, можем выдвигаться. Итого. Давайте, кто идет в лодку? Ручки подняли вот так. Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Пять, и он шестой. Отлично. Все, по красоте. Ребят, тогда с Гарретом. Гаррет тут скажет, что делать. Завалялось там где-то это, блядь, в кармане хотя бы. У нас Мосберг завалялся, но потом. Сейчас, подожди, придем и порешаем. Так, ребята, Гаррета слушаем, и он скажет, что делать. Все, кто в лодке, побежали. Да, детки мои, чё, куда? Люблю вас, обнимаю. Всех ценно. Очень крепко. Как у вас делишки? Все хорошо. Все отлично просто. О, здорово, Эдриан. Спасибо за сообщение. Обнял, приподнял. Да, лобик, не за что особо. А ты куда? Тоже иду с вами. А чё ты прощаешься? Слушай, а вы куда? Мы на лодке до Рипсерсов туда-сюда. А... Так, я не прощался, я просто с вами не пойду. Все, кто с резиной топают? Те, кто на лодке, да, с резиной. Блять, нас шестеро. Эдри, мы потом поговорим как-нибудь. Все, немножко напрягли ножки. Сейчас, подожди. Калеб. Эдри, нас шестеро. Ну, да, на связи, я ближайшие полчаса, да, час максимум буду. 5. Ну, почему шестеро? Завтра. До четверо сидят, двое на полу. Ладно, завтра. Разве нет? Нет, вроде. По-моему, вроде было всегда только на полу. Из другой группы, только кто мою резину возьмет. А, нет, твою резину очень могу. Много. А кто с резину не взял? Есть кто-то? Марк, ты резину сколько взял? Нисколько. Вопрос решился сам собой. Можешь у кого нет, он просто будет нужен потом, если со мной что-то случится. У меня динары, если что. Закидывай мне то, что можешь. Да. Думаю, он, нет, разберем. Он не разберет, 700 вы не заберете. А у Тома сколько? Может, Тома 400, у кого 450 было? У меня 450. Вась, сколько, скажи мне, сколько у тебя килограмм плюс-минус еще залезет? 360 у кого? Привет, приветики, приветики. Вопрос, ну, килограмм, сына, 20, наверное. Привет. Может, чуть меньше. Ну, а, ну, Тома как раз и заходит. Чё, сколько там ещё осталось? Что-то мы зря рано так вышли, наверное. Всё.
Да вроде не рано. У меня... На стом плохо. Побежали. На стом... А Том? Побежали. Том нас потом догонит, он с Гартом приедет. Ты что, на второй ход? Да. А мы че, до лодки пешком? Или куда? Больно. Блять. Осторожно. Как бодрость духа. Уже получше. Один бибись поднял бодрость духа. И другие тоже подняли бодрость духа. Нормально все. А мы куда? До лодки? Калеб, стой. Да, да, мы к лодке. Очуметь так далеко. Тебя хуёт? Я, блядь, не могу понять, что с головой. Да у меня тоже сейчас не лучшее время. Ладно, двинули. Калеб, давай как-то так, чтобы меньше людей видеть. Угу. Так, за мной все на чистоте? Да. Твои как дела? Как твоя бодрость духа? Калеб, Марк, отсел. Марк? Я думаю, что ему прихуёло. Я тоже так думаю. Ну все нормально. Это отлично. А, ничего себе. Ну, Че такое? Ну, допустим. А. Ты давай это, употребляй таблеточки какие-нибудь, я не знаю, чтобы голова не болела. Меня слышно? Конечно, слышно. Да. Ты думал, блять, опять нахуй с языком хуйня какая-то. Меньше соси. Охуенно, спасибо. Ну, я в плане леденцов вот этих всех дел. Кого? Леденцов. Калеб, пришли замочки от ящиков. Что еще раз? Замочки от ящиков. Сейчас. Что ключи не выложил. Блядь, я долбоёб. Почему? Что это такое? Ой. Да я, блядь, это забыл. Спортпит взять, но мне пока нормально еще. День проживу как-нибудь. И ночь тоже еще осилю. Ну, если что, я тебе дам. Да, окей. Человек. Без масочки. Ну и все забили. Че ты там встал? Это рыжая. Это не Ева? А, нет. Это Ева. Нет, это не Ева. Ну, не Ева и не Ева. А, это с этих... Как его? С Редходов. Чё, кто? Там и рыжий с Редходов. Да, ёбать, ладно. А я не могу, у меня сейчас... Ладно, похуй. Чё у тебя? Да, блядь, голова разъёбана вообще в хлам, нахуй. Как будто мне по ней напиздачили конкретно. Блядь. Что за... Хорошо, за рассылка вообще?
Блять, может мне вернуться? Я вот думаю, вместо меня просто кол кто-то пойдет еще. Блядь, я просто оставшуюся резину отдам 400. А понимаешь, вот это вот все надо было думать до того, как мы вышли. Это понятно, блядь. Ну, все, теперь уже поздно. Давай, метнись быстро, прямо быстро. Почему мы до лодки на машине не доехали? Мы же обычно на машине доезжали. На машине мы все не поместимся. А, ну да. Это надо будет челночить по двое, плюс один возвращается. Да, 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 и это три ходки, ну такой нафиг. Пешком бежать быстрее. А учитывая, что понятно, на машине да. мы еще будем очень долго координироваться, вот, это, блин, у нас координации что-то вообще происходит. Надо всех на рацию сажать, чтобы не объяснять. С координацией вообще все плохо. Да. Чё ты, Бать, говоришь? Я говорю, метнись быстро до базы, найди того, кто тебя заменит. А все, поздно, не быстро. Надо, не надо, все, уже это, хватит, я еще не переживу еще раз повторять все это. А чё повторять? Что, куда делать, чё, кому бежать. А. Просто, если что, имейте в виду, что я стрелять не смогу. В идеале мы и не планируем стрелять. Ну, это понятно, но сам факт. Это не Тони? Может, мы хотя бы к магазину пока, не? Сейчас Марк тут глазки откроет. У нас еще не переживайте, у нас еще будет весело ебля с лодкой. А если нет? Что еще раз? А с лодкой это что? А ее сложно заправить иногда бывает, поэтому мы будем заправлять всегда на пристани Джо. А. Ладно. Сейчас Марк будет. Элвис, ебать ты тяжелый, я чуть не обосрался, пришлось упустить. Ну ебать, а ты думал, 400 с хуем резины-то, а? Так, все, побежали. Тебя закидывать? Да, мне пизда. Ну погнали. Там, где... Привет. Ко мне сюда, на гору, и с этой стороны, вы же сказали, где людей нету. А кто-нибудь играл уже в Tell Me Why игрушка? Или, может, видел прохождение? Говорят, интересно, советовали, друг советовал поиграть.
прямо на Риперсе? Прям. Я бы на Чусунфа отложил. Ну, не, без негатива на Чусунфа я бы отложил. Че ни капли негатива. Знаешь, как ты, да? Как раньше. Халип, ты как? Чё, как дела? Да, получше. Да, это самое главное. У тебя как? Что такие давно не видно? Она всё спит? Ну, она спит, да. Как ты с этим справляешься? Нормально? Тем, что она спит? Ну да. Ну что так много спит? Ты нормально, просто видишь, там типа спали во всякой хуйне, а тут на кровати сидела. А, ну это классно, она насыпается, видимо, просто. Ну, видимо, да. Ну она типа у тебя же спит? В одном номере живете? Ну да. А в плане на Чусунфа же тоже комнаты. Чего там? Ну, комнаты, номера тоже же. Вы не спали я там? Я тут номерами нельзя пользоваться. Серьезно? А где вы спали? Ну, типа, я спал в этом, в беседке. Офигеть. Почему нельзя пользоваться? Только для гостей, типа? Для постояльцев? Ну, типа которые... того. И что, много людей оставались там? Да, редко. В основном с айсов был один человек, который часто арендовал. Так там же дофига можно было и... Хотя, ну, если все жители будут спать в номерах, наверное, да. Да, ничего страшного, там терять не животные остались. А. В смысле, людей тоже животных? Ну, животных прям много-много. А. Red Hood второй? Ну, что-то они типа того хотели. Жесть. Так мне противно. Чё противно? Ну... Ой! Ну, строили питомник там какой-то. А Калиб? Вон Калиб. Чё Калиб? Ну, за лодкой. Ух, нихуя себе. Да. Эх, когда-то мы их обслуживали давным-давно. Я слезаю. Нет, блядь, у меня Ванесса ящиком шорт. Чё говоришь? Я испугался и упал. Я, в принципе, могу сделать чего. Ванесса, так, у кого есть немножко места в сумке? Ванесса, это будешь ты. У меня. Не, у меня нет. У меня есть. Давай, Марк, ладно, окей. Пап! А, точно, у Марка же ничего нет. Куда он поплыл? Папа! Папа! Так, Марк, стой, иди сюда. На. Бетонисту одну. Я что-то ждем. Далее, за рулем ты не сидел. А где? Он где он? Он тонет. Элвиса нету. Блин, прыгай.
Да вот, вот он, вот он, блядь, не нервничайте. Лучше бы, конечно, Лиам этим занялся, он сам знает, как их правильно заправлять. Марк, тебе честно? Сына, тьфу, сына. Папа Лиам, ты гандон. Марк, у меня из 10 попыток все 10 хуёвые, так что... У меня тоже. Можно садиться? Чё нет? Снимаем рюкзачки, рации, все вот такое вот. И садимся. Блин! Но не очень хорошо получилось. Ладно. На нам хватит? Да. Пол бака. Ванесса, снимаем так. Это. Да, ясно. Папа Лем, ты гандон. Что, к Риперсам зайдем, у них заправимся. Ну так мы к ним и едем. Ну да. Ванесса, тебе придется по середке сесть, опечален. Давай едь. Ой. Лежу, да, я. Я бы сел, но это очень опасно. Да, тебе... ты сиди. Давай, может, и реально я сяду. Это очень хуевая затея. Да, я лучше телем. Присаживайся, Ванна. Чё? Говорю, присаживайся. Ну чё, погнали? Ой, понеслась душа в рай. Калип, ты же помнишь, как плыть? Помню. Но я плаваю, я огибаю этих. Ох, ёба народ! Что? Чего дырявится? Ой, что там под водой было сейчас только что? А это уже не важно, главное, что её этого больше нет. Это кракен или кто? Да, кракена не хватало. Давай. Давайте подводку делай. Да тихо, да? Не надо. Я готов. Не надо. Вы можете сказать бензовоз 10 раз, ну, вдруг там. Вы о чем-нибудь хорошем поговорить можете, мне там, не знаю, какая-нибудь свадьба, день рождения, да, пьянка, блядь, да, оргия, да, вот что-нибудь такое. А то, блин, подлодка Дюэй. Так это же Дюэй умер, заботится, она блин. Все нормально. А нет, это Дюэй, да. Ну да что, Элвис, когда у вас там свадьба? Блядь, да вы заебали. Да, Лем, когда у вас свадьба с Элвисом? О, спасибо, папа Марк. Подожди, а у Лема свадьба с кем? С Элвисом. Свадьба у него. Не, это не интересно. Кейт. Два конца, два кольца. Неинтересно вообще. С мамой Кейт у него свадьба. Попрошу анально. Вот с мамой Кейт это да, это интереснее. Ну все, давайте не будем про свадьбу. Она подарила папе на день рождения фрикционное кольцо. Ой, эрекционное кольцо. Тебе пизда дома. Только вот это колечко сегодня будет где-то. Не знаю же. Специально на черный гилдак, блядь. Чувствую, я сегодня сплю в комнате папы Марка. Ты можешь у Евы спать. Вы из него... из моей комнаты решили общагу сделать? А, чувствую, там, папа Лем меня... Разве нет? По-моему, папа там, Лем, блядь, меня убьет. Там уже много кто спал, блядь. Пал? Ну, Марк, можешь всем говорить, что путь к нам в Асайлум через твою постель. Кстати, вроде я это уже слышал. Нихуя. Не, ну по факту же, у нас же там это... Много кто спал, да, Марк? Ну да. В последнее время что-то участилось, кстати. Последние недели. А, вот странно, просто новеньких-то у нас в последнее время-то и не было. Ну вот. Опа. А у меня еще и дверь не закрывается, так вот ночью проснешься, рядом с тобой какой-нибудь волосатый Лем лежит, спит. Голый. Голый. Ты такой, Волтер. Не-не-не, и там понял это. А, это, возможно, Вельзевул был. Так, давайте так. И там сразу, и там сразу черные глаза такие из темноты. Альберто! Сой! Член упирается.
Мне отойти ни в коем случае. Это ты такой... Это что, обрез? И Марк из соседней комнаты... Вообще, по нашему договору с этими, с артхаусом первоначально, они должны были на барже ящики поставить рядом. А баржа вообще существует еще? Нет. Я там даже бегал, осматривал ее. Я даже знаю, почему. Это, я так скажу, туда не зайти. Угу. Пошли им спиздил. Почему не зашли? Я зашел успешно. Замки сгнили, и забегая не хочу. У них там на верхней палубе хороший садик был. Тебе, кстати, Калеб рассказал ли он про идею? А, баржу про что? Спиздить, да, точно. Есть вариант спиздить баржу, если она еще жива. И перетащить ее на север? Да. Да, и папа Лем будет на ней ТО делать. Нет, постоянно. Надеюсь, ты правильно понял. Баржу, которую, блядь, баржа, которая раньше была на Рептауне. Знаю я, где одна баржа осталась. На нее забили. Она даже называлась «Месть королевы Виктории». Ну, блин, там бы нам кто ворота открыл. Залезть-то я-то знаю как. Не-не-не, это не. Там, понимаешь, там Рептауны отказались от баржи. Она, типа, последний раз я увидел на самом этом бывшем Рептауне. Слушай, вообще цикавая идея, потому что на барже всяко будет удобнее плавать. Ну ты прикинь, сколько того можно вообще загрузить. Ну, насколько ясно, что там трюм не такой высокий, но удобнее будет. Или, то есть... Ну вот сможем заплыть как... Прямо по курсу перекат. Кто-то мне рассказывал, что туда вообще тогда 50 человек перевозили. Да к нам много людей еще. Калеб, что случилось? Ой. Секунду. Так. Ой-ой-ой. Ой. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ой. Ай. Что не так-то? Опа, все нормально. Это кислотками, конечно. Фу. Ебать, мы по волнам хуярим. Главное, чтобы не потонул наш баркас. Блять, почему у вас тут негативные? Вот и я про то же. Ей, это в позитивном ключе, кстати, было. А жопа-то у меня мокрая. Опа. Тонет наш баркас. Масло? Смазки. Свистать всех наверх. В какой смазке, блин? От нервов. Выделение. Угу. Ну ладно. Не, ну бывает, что поделать. Как бы с каждым может произойти. Может, у меня завтра тоже. Просто кто-то сказал. Слушай, ну вообще, в принципе, вот забрать либо Рептаун, либо дачу Сэма. Ну да, было бы пиздато. Дача Сэма вообще пиздатая. База в городе просто лучше не пред. Кстати, Рептаун. Там охуенен для обучения, как бы это тупо не звучало. Ну, там и дача Сэма, которая сейчас мы ее проплываем, там можно почувствовать чей-то домен. Вот, это она тоже очень охрененна. Там и заборы высокие, ее для этого и строили. Сейчас надо будет риперсов экскурсию по базе попросить, там территория огромная. А я была уже. Да, я тоже не был. Я тоже был, пока тебя переехали. А я, пожалуй, около лодки постою. Я бы не решился походить по базе. Мне просто там человек один эту экскурсию показывал. Да ладно, все нормально. Пока пиздак не отлетел мой. Ну так ты не пизди. А я не в этом плане. Эх, вот бы шрифчик сейчас, да. Конфешн очень красивая лодку база. Лодку нам сейчас придется заправлять. Была. Сейчас где-нибудь где воду потише найдем. Красивая? Ну да. Я извиняюсь.
Ну, церковь, мне, нет? Это в божественном доме... Я поняла. В божественном доме ванила. Я поняла. Ну, в целом-то красиво там. Все понятно. Ну, в целом, да. Секунду, все нормально. Живем? Да, живем. Угу. Я просто этот язык высунул, чтобы по ветру определить, куда плыть. А, я понял. Я все понял. Просто вот у меня жопа уже мокрая, типа, пиздец. Знаешь, по звездам там. Ты что, так, да, никогда не делал? Я все детство так ориентировался в лесу. Как? Прошу без лишних вопросов. Просто жопу выдвигал. Сука. Где холодно? Нет, язык высовывал, блядь, и по ветру определял север, юг, восток и запад. Слушай, ну тут заправляться одно удовольствие, потому что вода вроде спокойная. Криперсах найти Макса, отдать ему все, блядь. Блядь. Чего? Нормально, все нормально, все. Ой. Нормально. Не-не-не, все нормально. Я так понимаю, на вас очень сильно влияет город. На меня. Ой. Сейчас надо будет глазки закрыть. И заодно лодку, за чтобы лодку потом нормально заправить. Кстати, канистры на месте, Марк, никто не спиздил. А, ну ладно. У нас база риперсов там огорожена? А, огорожена. Бля, ну тут получается лодка нифига не под охраной. Да. Охраной, да. Может, на тот причал? Да, мне кажется. Какой тот? Да выезжай отсюда. Да, мы сейчас Максу это дадим резину, то где они? Так, блин, и риперсон. Он идет куда. Ох ты, блядь, отдать швартовый. Он туда показывает. Сейчас я якорь кину. Сейчас, подожди, подожди, Калип, я пойду. Кидай, так, кинул? Кидать или нет? Нет. Кидай. Не надо, не надо. А, не надо. Он показывает, туда он. Бля, ты чего? Нихуя! Ебать, батёк нырнул. Блять, прям с головой уж. Ну ты видел, ты видел. Просто дельфин какой-то. Понял, сейчас тут. Каля, подъедьте с другой стороны. Ванесса, садись. Сажусь. Да, там аккуратнее, конечно. Меня подпустило. Прости, Лем. Наступило там тебе. Тебя там пустят, нет? Да пустят, пустят. Это подъедь, меня забери. Бать, чувствуешь, тебе что-то пальчик упирается? Блять! Ух ты, блядь! А вы сейчас где сами? Давай руку, давай руку! Плыви за ним, он показывает тебе направление. Че, здесь, да? Или... А, вон, Вестлендер вижу, стоит сейчас. Папа Марк, как дельфин, показывает всем направление. Здесь, да, к этому причалу или куда? Нам ворота откроют. Мне кажется, выезжай отсюда. Там с другой стороны, да. Давай направо. Направо давай. Ничего себе. Прям нихуя. Пизда моей головешки. Ебать, тут, блядь, даже меня захуё. У меня все заебись. Блядь, я здесь сижу. Нормально все. Надо все, надо официально у них завербовать причал, забить. Я не знаю, Марк, будем оплачивать сюда стоянку, но чтобы никто не швартовал. Я сюда больше не надо будет. Ебать. Свистать всех наверх. Так, секунду. Да куда? Нихуя! А ничего себе, мы решили поплавать. Здорово, риперсы. Здорово, не риперсы. Здорово, всем здрасте. Здорово, Макс. Привет. Здорово, здорово. Здравствуйте. Здорово. Здравствуйте. Здорово. Здорово. Здравствуйте. Ай, там Лим дельфинчиком нырнул, нормально? Да успокойся ты уже. Нет, он по локе должен был делать, вы товар принесли, да? Товар принес. Товар принес. Пойдем к высоту, блин. Здорово, здорово. Ну, база пиздатая, вопросов нет. Значит, была свадьба, значит, у Кайла Несси. А я, ну, об этом узнаю через третье... Так, блядь, это Кайло и Нэнси. У нас же будет у меня свадьба, ты тоже узнаешь через третье колено. Опа.
Вот это предъява. Нормально. Пока. Все. Смерть. Больше ее никто никогда не видел. Тоже по ней бутылки, да? Дамба резина. У нас резина. Кому резина? По резину бы куда-нибудь. А, это вам вот, ребята. Так, ним, наверное, да. Так. Уважаемый, кому резина? Вот подходим к тому, к моему родственнику и ему сгружаем. А кто родственник? Вот ему. Вот ему. Сейчас. Пожалуйста. Макс, только считай, сколько там резины будет. А то у нас... Давай, давай. Томми остался на берегу и... Окей. Давай еще. Даю. Мне все. Не, база вообще пиздец, охуенная. База шикарная, просто по размерам я не знаю. Здравствуйте. 1170 плюс 450 это сколько? Так, 1170 сейчас. Плюс 450. Это 1620. 162. Сейчас, если вы еще подождете, может мы еще резину подвезем. Ну или и, хотя лучше я потом занесу как-нибудь. Да лучше потом, да. Да. Так, это 162 и. А как там с ней дома? А, фуй, кое спрашивают. И все прочее. Да. А кактусы не дома? Кактус нет. Девочки, у нас нет, тут нет. Это личный разговор. А, да, прости. Так ты хоть... Давайте, удачи, обнял, приподнял. Да, давайте, мы забираем еще бутылки. Сейчас мы еще лодку будем заправлять, это тот еще квест. Опрыт. Так, подходите, заправляете... Да, приветствую. У них там личный разговор. Ой, заправляйте. То сейчас я глазки. Ванас, возьми пластиковые бутылки. Так, у кого бутылки? 200, да? Да, да. Ну, давай. Тут 7 с чем-то, короче, всё. Давай, давай ещё. Я ещё. Мне ещё тоже можно. Так, подеваю, просто выйду. Угу. Вот тебя уже делили сколько? Ну, ты, я там это... Оп. Вот уже... Поменьше давай, грузим. Можно еще один. Тебя, короче, 200. Еще влезет? Да, еще влезет. Еще штук 10. Просто запомните, сколько пока может я... Да, да, можешь еще закинуть. По десяточке там что-то дал. Мне 233. Блин, троечку бы убрать, конечно. Там кальпин будет ругать. А, там мои были. Три, так что все нам. Все уже делезете куда. Да. Так, у меня 370. Мне 233. 200. А че у вас это, шрифчик не спит? Кто? Шрифчик. А спит? Спит. А он сейчас спит. А, я понял, ясно. Ян часто не спит. С ним можете как раз связываться. Да не-не-не, я просто это шрифчик, это привет, передавайте. А,
От кого? От Лима. От Лима, хорошо. Хоть где-то, я не знаю, бать. Че? Хоть где-то, говорю, я не знаю. Не важно. Близнат. Ну, я с севера мало кого знаю. Да, я тут жил. А меня знаешь? Ты чё, Зунфа? Вас где-то видел точно. Ванесса, да, вроде? Да, да. А, точно, да, я помню, где. Ну да. А напомни тоже, как тебя звать. Меня Дэниел. А, угу. На кулачных боях виделись. Да, да. Да там. Что такое? Ты расскажешь, нет? Ну пошли. А что вы стоите, кстати? Не знаю, а что нам делать? А вам, ну, не надо относить их потом? Просто мне тут... нам это... А там открыто, нет? Закрыто? Не, я в плане это... А, что сказать? Багажник не откроется. Ага. Я понял. Так попросили бы ключ у него. Не-не-не, там труп маленький. Ну... Пойдем, я уходить собираюсь. Пойдем. Что-то тут как-то нелюдно. Спят на все. Или бегают где-нибудь. Ну да, кстати, да. Ну, место у них тут реально крутое. Эх, нам надо было себе забирать. Вроде и в городе, а вроде и нет, как будто бы. Ну, как-то отдаленно, в общем. У воды. Класс. Ну, такое. У многих головные були. Я вас на чистоте. Привет, привет. Не все переносят город. А, ну, да. В плане там, да. Че, ну, это экскурсию Марк хотел? Ну, я думаю, в апартаменты нам не надо. Там на самом не деле... Не очень, ну, такие апартаменты, честно говоря. Не, особо интересно-то. А там у них, типа, вот, тоже живут вот эти комнатах? Вот я говорю, надо, чтобы окна были хотя бы затонированы. Жесть, там все видно, что ли? А там вон шторки, смотрите, там не везде видно все. Ну да. Офигеть. Такое себе. Ну, это же справа я. А Марк, похоже, унес берлогу, да, себя или что? Походу. Не, они там стояли. Ой, а чё? А чё? А где? У меня мишка не открывается, чё за фигня? Чё за хрень? Где? А где менюшка? Чё за меню? Что за дела? Эй, какая тишина. Ой! Хрендай. У меня мишка не открывается. Жесть. Чё за приколы? Тебе так и хочется покататься? На чём? На бифе. Ну, говори. Ну, говори. Ну, да ладно. Да ёбаный в рот, я не могу его больше. Я тебя спрашиваю, когда у вас свадьба-то? О, ты лагала. Что фигня была? А, жесть, она до сих пор лагает. Чё за хрень? Я лысь. Жесть, а чё происходит? Чё? Чё-то мне тоже резко голова как-то это, да. Чё, когда? Свадьба у вас с ней когда будет? С кем? С Евой. Дешни. Чё, не думал про свадьбу? Я не знаю, откуда ты взял вообще свадьбу. Ну, типа, чем быстрее, тем лучше. Ну да, завтра умрёте ещё. Ой, бля. По факту. А зачем завтра умирать?
Я дюнчик не похую. Знаешь, типа, кто хороший он? День, чтобы умереть. Кто ты? Я дельфинчик. Думаю. Что? Дельфинчики мы видели уже кто. Ты еще не доказал свою дельфинность. Я один когда-либо здесь слышу, да? Доказать? А он что-то говорил? Вот, мне такой же вопрос. А как надо доказать, что он дельфин? Ну, прыгнуть, как ты и Марк. Че ебать? Ну, давай, давай. Сейчас убьется. Проверяйте. Поберегись. Ты же не умеешь плавать, Вильям сказал. Кто? Ты не умеешь, он сказал. Да, блядь, отойди. Подожди. Отойди. Ты я зайду. Это он зря. Все, пошел ко дну. Ты ё... Ну все, все, доказал. Блядь. Доказал. Все, позывной. Да. Не, вы реально дельфин. А я тигр. Почему? Ну, доказывать не буду тут. Так, а как это доказать? Ну нет, лучше не надо. У тебя Кейт есть, типа. Поэтому нет. А, это мама? Вы так доказываете, ясно? Мама? Что мама? Кейт, мама. Ну? Ну я говорю, я не буду доказывать то, что у него есть Кейт. Ну и в принципе я не стала бы, даже если бы не было Кейт. Мама. Мама. Ну и чё? Так, бутылочки у всех, да? Она сказала мама. Так, прокашляйтесь. Если знаешь, чё? Я тебе так могу сказать. Господа, прокашляйтесь. Твоя мама — это мяло. Тише. Я забыл тебе сказать, ты приёмный. Тише. Ой, что-то в глазах аж потемнело. Что, нормальная женщина. Мяу, рыжая, тоже. Деловая. Мама. Деловая. Ну ладно, Лим, не будем. Мама Кейт, к маме Кейт. Бля. А смотри-ка, он это... В итоге-то выбрал эту девушку себе, ну, подстать своей родной матери. Тоже рыжая. Не знаю этого. Ну да. Все же тебя на рыжих тянет, да? Вау. Все. Ух ты, Лим, я сейчас тебя столкнул. Нет, не получится. Это было доказательство, что я тигр. Типа, вау. Знаешь, они так делают. Вау. Вау! Вау! Боже, боже. Симба! Вау! Ух, ебать! Нихуя! Дэм. Я Симба. Вау! А папа Марк меня учил делать уву. А Миша вот так делать. Кс-кс-чик-пук. Вот эта вот штука. Кыс-кыс, чик-чик, му-му, папа. Дэм. Не, быстро надо. Нормально? Быстро надо, как Ози. Кыс-кыс, чик-чик, му-му, папа. Почему папа в конце? Я не знаю. Выше папа. Дэм. Потому что папа. Рэш меня обнимает. Папа. Папа. Ты чё? Папа и да мама. Нет. Чё? Чё? Папа и мама. У меня есть папа и мама. У меня тоже есть. Так, а да ладно. Убежал, не знаете? Дэниел. А. Да не, я пытаюсь просто запомнить твое имя. А, можно, можно просто Жижа. Жижа? Да. Почему? Да, прозвище такое просто. Ну ладно. Можно я сделаю рык? Не надо при людях это делать. Тут все адекватные.
Дома. На коротком поводке дома будешь делать. Нормально, нормально. Не обращайте внимания, он на тем. Немного диковат. Да ладно. Просто северные фрики. Просто с севера, блядь. Я его, видишь, мы даже мысли читаем. Ну-ка, сделай так. Как? Ну, блин, блин. То, что я думал, Чилсон Фай из тебя выйдет, но он не вышел из тебя. Вау! Я дельфинчик, не похую! Это побочный эффект. А Чилсон Фай от севера? Да. А Чилсон Фай. Могу поверить. Слишком много с животными провел время. Бать, а ты когда-нибудь вот так делал? Ты смотри, они, возможно, сюда в туалет ходят, так что да. Оп. Ну, рептилии точно. Это же океан. Вода тут с океан. Куда кактус ушел? Спать или куда-то по городу бегать? Да он же в патруле постоянно. В этой спит. Гвардии? Да. Пожилой патруль. Поняла. Да. Что-то все это... Все было так красочно и быстро, но что-то было не быстро и не красочно. Будь здоров. Что там это... Вы... Спасибо. Тихнула. Так, сейчас еще Марку пластиковую бутылку дать. Блин. Не знаю, Люм, тебе доверили, что ли, заправить или нет? Ты сейчас, боюсь, оно в минус да выйдет. Да не надо. Здорово. Ладно, я возьму на себя ответственность. Давайте я заправлю лучше. Я могу попробовать? Да, я знаю, тут всегда религия. Да вот, вон, пусть парень попробует. Дэниел. Кто, да, сидел за рулем, лучше не заправлять, то бак. А, я уже глазки закрыл два раза. А, ну ладно. Да мы не садились, и все равно, блядь, хуй пойми что. Ну, там было полбака, сейчас сколько будет? Садимся. Кевин, ну не проснулся, кстати? Опять полбака. 4, сука, канистры. Я в ахуе. А этот Август спит? Или тут, на базе? Август, значит... Да не надо спрашивать ее. Не надо, боже, да. не надо. Я просто так спросила. Август, а Ванесса спрашивает. Не надо, блин, вообще, зачем? Я просто... Да, ну... что, вдруг есть. Ну так, и все, сейчас не ничего надо. Не скупают, кроме угля. Еще раз. Вы сейчас что-нибудь скупаете? Минералы, антисептик, патроны. Как а патроны вы какие скупаете? Ходовые или все? Не, привет, привет. Я тебя ходовых вижу. Нету. Марк, как обстановка? Они чужие. Марк, возьми, пожалуйста, эти. Так пусть мне кто-то их даст, я ебу, где они. Дай, привет, пожалуйста, Марку бутылочек. Дом на связи. Ну вот не знаю, сколько он возьмет. Парк. Вон тот в белой футболке. Белый. А я возвращаюсь с балкона. Я змея. С этого. Нихуя себе. Блять, не Генг, блять. От обезьян. Ты эту присказку знаешь? И все этого. Твоя ядовитая змея. 20 пиц, я твоя. Я твоя, да. Да. Серьезно? Все, ты взял. Я дремучая змея. 20 гильз, я твоя. Огонь, вода взять, понять? Тебе бутылки дали? Да. Все, поплыли назад, я надеюсь, мы доплывем. Погнали. Чего? Вот, блядь, Калеб, теперь ты поймал этот негативный. Нет, у меня брат женится, я очень рад. Сумочки с ним. У нас обезьяна на статье. Какой брат? Какой брат женится? Алкоголь взял, там бананы. Мы смотрели, сколько обезьян было. Ну вообще хотел, но я думаю, мы заебем. Да уже постоянный телефон. Ой, Уильям! Держись. Так, все, мы поплыли. Пока, Дэнил. Ну, давайте ждем тогда. Пока. Давай. Да, я даже не знаю, ждать вам второй ход. Да ну, не попробуем. Прощайтесь, блядь. Так, кто бы искали вас тогда бездарней отпускать.
Да, а, давайте, что-нибудь так, хотя давай сейчас дам. А, давай, да, нет, подожди, деньги надо, да. Просто без Карля, ну, типа, сразу. Нет, нет, все нормально, мы понимаем. Сколько там взяли по итогу? Вот тогда посчитайте, потому что давайте всех посчитаем. Просто... Так, 300 в лодке, 300 у меня, 600. 370 у меня. 230 у меня. Плюс 230, так, и кто еще не сказал? 1300. У тебя 200, плюс 200. И еще у кого сколько? Элвис, нихуя не сказал. Элвис? А, чё? Сколько у тебя бутылок? 200. 1600. Так. А сейчас, подожди, я выгружу. Мне кажется, мы на сотку наебались. Ну, с четырьмя... Мы или нас? В смысле? Ну, в плане того, что 1500. В смысле 1500? Бутылок. Ну, 1600. Почему на сотку-то? Ну, в плане того, что, блять, я посчитал 1500. Так, смотри. Давай. 600 у меня и в лодке вместе. У Ванессы 230, да? Да. Так. 830. У тебя 370. Да. Так. Это... У Элвиса 200 и у Марка 200. 1600. Бля, ну знаешь, я лоханулся. Нам сейчас главное не доплыть до дома. Согласен. Все, поднять якоря? Да. Сейчас. Самое главное выжить. Папа Марк. А чё? Сумка! Сумка! Да чё ты, бля... Поехали. Калеб как сирена, блядь. Да, я аж испугался. А я на Ренегатах когда был главный, там одна девочка, Ревинаров, или как у нас там группа-то называлась, которая, где ИСы старые, села в ботхе с сумкой. Ботхе так красиво взлетела, на что мячи сказали, блядь, покажите, как она летала. 300 динар. А покажите еще раз. Блядь. Типа вам бак нужно жутко выправлять. Как пересесть? Это было жутко, а мехи так ржали. Я так с Трегисом познакомился. Как пересесть? Вот это их. Что? Это кто из нас? Просто покушал. А. Ты дремучая змея. Ванесса, давай так, они-то не знают, но мы-то с Марком знаем, что кушаешь ты исключительно здоровую пищу, которая сама бегает. Опа. Ну, сейчас не приходится выбирать. А, ну да, сейчас-то да. Либо вы, либо, ну... Так, ну, я тебе дам, амаран... Я же не из этих, поэтому, ну... Я тебе дам, блин, амаранцу, чтобы у нас не было никогда. Так я и не это. Я же тебе когда учил, говорил, что это... Мы плохо против так. Так и да. Мы за натуральную жизнь. Мы за натур... Да. Supernatural. Да, да. Угу. Так, главное нам доплыть до дома. Вот это сейчас главный вопрос. Доплывем, а чё не доплывем-то? Ну да, типа... Мы тут один раз лодку толкали. А чё, не заправились? Ну, а хули? Да, не могли заправиться на воде, ну, и вообще там этот... Ну, я могу опять встать на этот... На нос, и будем петь песню «Титаник». Мы так с Марком уже делали. Помогло потом вроде. Ебать, у вас интересные прогулки водные с Марком. Ну да. А спой что-нибудь из Титаника? Спой из Титаника. Кто я? Я так и не умею петь. Да, да. Давай. А что там, Марк пел, что ли? Да. Нормально, давай, Ванесса. Да не, не хочу. Ты без мафона такой себе, давай. Без сейчас чего? Секунду, я уверен, ты хорошо петь умеешь. Да не, нифига. Ну давай. Без чего? Без чего? Без кого? Без чего ты говоришь? Кто? Ты сказал, без чего? Чест, я ничего не говорил. Да блин, ты же тоже, ну, ты слышал. Ну типа маффин, блядь, ну при чём тут маффин? Маффин? Маффин?
А что? Ну, типа... Марк, а ты им деньги по какому тарифу платил? Я просто с ними на 45 к 1. А он сказал, что задумается. Все свалили. А, ну да. Ну ладно. А, ну, блядь, весла, я надеюсь, он тоже взял. А. Не, ну можно как вариант Мосбергом, конечно, это делать, но я думаю, далеко да, не уплывем. Да, и МКшкой, тогда мы вообще далеко не заплывем. Слушай, тогда надо калаши покупать, вот калаши как раз для этого самого этого. У них приклады деревянные. Поплывем нормально-то. Ой! Ух, блядь. Нормально. Нормально. Как пристегнуться? Есть ремни? Я не переживай, Валхаллу без ремней пускают. А, да? Да. Я всегда заварю Валхаллу. Я готов полететь в Вальхаллу. Вальхалла, прими меня. Не-не, тут прилетит дева Валькирия, красивая, с косами, толщиной в руку. Да, и унесет тебя. Погоди, это которая Гвадалупская? Опа. Это которая какая? Гвадалупская. Подожди, Ванесса. Да. Давай, Титаник, ну пожалуйста. Да не, блин, я не певица. Ну пожалуйста, ну давай. Ну не стесняшка, ну... Блядь, что я начал говорить, не понял. Ну не стесняйся, все свои родные братья, братья все здесь, сестры, братики. Давай, ебаш. Так, главное дойти, главное дойти. Доплыть. Доплыть, да. Нет, мы ходим. А, да, плавает говно. Потонет наш баркас, чувствую, так. Сейчас, секунду, смотрю. Ой. Ненормально все, сейчас. Ой. Ой. Нормально, я диспозицию смотрел. И сейчас цунами. Нам главное, чтобы бензина хватило. И сейчас цунами по нам. Вот с таким звуком. Блядь, а чё у вас только негативные мысли? Я не знаю, что это негативные. Это позитивные мысли. Марк, скажи Ванессе, чтобы спела Титаник. Она не хочет. Так, ну, мне еще к Марку, ой, к Марку на свадьбу попасть надо. Ванесса, спей. Ой, это. Песню все там. Так я слов не помню. Вот это что-то там было, давай. Это когда Милен Фармен, что ли, пела? Или кто? Сейчас я себе правое яйцо сожму и нормально пойдет. А, Селин Дион, да. Да, она самая. Давай, начинай. Бля. Да блин. Да я не помню. Давай. Блять, надо было разводить артхаус, чтобы ставили на барже ящики. Калеб, тормози, сейчас мы текст вспомним и дальше поедем. Какой, блядь, нахуй тормози? Дикие земли, блядь. Ванесса поет, тихо, давайте. Давай, Ванесс. Да я не помню, блин, текст. Давай. Знаете, вторую ходку мы, наверное, делать не будем, потому что надо будет лодку заправить. Потому что Ванесса петь не хочет. А у нас 4 пустые канистры. Ну, вот по половине блока осталось. Какой половине? Во, давай. Красиво начала. I feel every night my dreams. Ой, блядь! Ебать, ты чё дрифт решил на лодке устроить под такой трек? Всё нормально. Пока. И все вместе. Какое говно? Чего? Какое говно? Давайте мы дикие земли пройдем и будете петь. I go home. Может, подпевать, если ты слов не знаешь. My heart, my heart will go and on. Красиво. Ну да, красиво. Только почему-то наш баркас не потонул. Я бы похлопал, но... Блядь, там все местные гады были охуели от вашего искусства. Там, блядь, оба бобры разбежались нахуй. Нормально пела, чё ты, блядь. А кто говорит, что хуёво, блядь? Да. Прекрасно пела, мне понравилось, я бы ещё послушал. Смотри, типа знаешь,
и если бы эти, лопнули стекла, тогда всё, короче, я не буду петь больше. Вот, вот я предлагаю вести вечера по выходным, чтобы Ванесса пела песню. Да это уже она уже сказки Бельбизем читает. Кто тебе сказал? Ты охуенно спела, мне понравилось. Да, да, да. Поддерживаю, нормально все. Я, блядь, хотел встать на нос нашего баркаса, блядь, раздвинуть руки в стороны, и чтобы мои пышные волосы развивал ветер, и я представлял, как меня сзади... Да, ладно. Как тебе Ди Каприо обнимает? Кто? Ди Каприо. Ди Каприо? Да, ну его нахуй. Кто этот ёбаный Ди Каприо по сравнению с моими двумя папами лучшими? Пошел он нахуй. Ну или Кейт. Ой, Кейт, говорю, Ева. Ох. Ох, какие мысли в голову пошли. Так, все нормально. Калеп уж остановился. Ой. Ой. Страшно, да? Сука, Калеп. Да, блядь, я карту смотрю, маршрут, блядь, чтобы было ближе к берегу в случае чего. Все плавать умеют, да? Да. Я вообще позывной дельфинчик не помню. А ты только плавать или еще и заныривать? Блять, я могу так заныривать, ты а, бы знал. А, все, я понял, да, все поняли. Так, я предлагаю на сегодня, ну, а, блять, мы же этот сейчас... Я предлагаю вызвать этого афроамериканца. Ну, смотрите, нам либо сейчас заправить канистры, заправить лодку, и дальше ну, продолжить эту замечательную ебалу. Ебалу. А мы еще обратно поедем? Да. А можно мне домой? Нет. Сейчас. Может на рацию вызвать наших, есть кто желающий? Так. Так, если у кого-то есть желание поехать с нами второй ходкой, мы уже, в принципе, на берегу можете... Гар, давай к причалу. И сейчас будет надо будет и возьми динаров 12. А кто у нас бутылки заберет? Сейчас придет Гар, заберет бутылки. Мы ему отдадим бутылки и канистры, а он съездит заправит. Их привезет нам сюда канистры. Блять, давайте сейчас. Блин, я лезу. Ой, блин! Потонул баркасик, баркасик, не тони. Ой. Так, если что, я отбежал этот бутылки выложить, сейчас прибегу. Да. Это выглядит максимально не... Что, у нас тут торговля? Это... Заканчивается? Не очень. Я мама там есть, и папа. Я не знаю, какой-нибудь Том или еще кто-то. Мои мама и папа. Точняк. Тебе сколько лет там? Том спит. Найди кого-нибудь, кто сколько у нас тут мышленнее, и пусть он поторгует. 21, ебать, а Маугли. А что? Да нет, сколько просто. Нужно увлажнение, чтобы оно было... Блядь, он если не пугает. Формула увлажнения. Форму умножения, блин. Пока, пап. В принципе, динара можешь не брать, я тебе так дам. А чё тебя пугает-то? Что, лодку крадет? Я пожелаю форелька, мне похуй. Чистый бокальчик, винишко. Или что он там пьет? Пока не Марк не видит. Гаррет, это, конечно, очень хорошо сделано. Это... Ты им оплатил винишко. 15 коробок минералов или нет? Они требуют... Бать, я думал, ты к одну пошел. Скажи, пусть у меня. Это первое, а второе, у кого ключи отрывают. Ладно. А, все. Что? У тебя. О-о-о, Калиб гребет. Папа. Да? Рау! Хотелось бы сказать, что я тебя породил, я тебя убью, но я тебя не породил. Ванесса, давай. Ванесса, поддержи. О. Знаешь, ух, ебать. Знаешь, прикольно. Потонул баркас. Это. Полку пофигу, кто за его спину ручит. Ах.
Короче, ты отмазался, я понял. Меня Ванесса учит, как правильно выслеживать цель. Я все правильно делаю? Папа. Чего? Это его первые слова. Ванесса меня учит правильно следить за целью, выслеживать добычу. Давай, я повторяю. Давай. Давай. Если закрыть глаза, то я... Что, если закрыть глаза? Если закрыть глаза, тогда я чуть-чуть начал сунфа. Не, так не надо. Не закрывай глаза, блядь. Не закрывай глаза, Лев, не закрывай. Смотри на меня. Смотришь? Не покидай нас. Живи. Минус. Где? Мальхай? Мальхай. Мальхай. Я тоже. Мы с Ванессой Вальхали всех пугать так будем. Подбегай ко всем вот так вот, да? И убегай. Пока нам пизды не дадут. Если просто ты подбежишь к какому-нибудь незнакомому человеку, тогда тебя просто выстрелят, да и все. Надо Марка позвать, он скажет, какая милота, брат с сестрой, блядь, охотятся. Да, не хватает. Сколько там дней уже прошло-то? Пойдем до Марка. Пойдем. Ну, выслеживайте Марка. Ну, детишки, вы, по-моему, перепутали, я не Рокси Диас, я... А почему тут Рокси? Пиздец. Ну, Рокси, по-моему, вроде как боится. Меня сеструха учит правильно цель выслеживать. А. Я повторяю вот за ней. Как успехи, я надеюсь, хорошие. Угу. Ну, это у неё... Ещё сколько успехи. Там дней осталось? У кого для чего? Моего домашнего ареста. Ты хочешь, чтобы я его продлил? Нет. Нет. Там пёсели явно соскучились. Помахач. У меня получается, Ванесса? Угу. Ну вот, а потом опять доказываю всем, что ты не обезьяна. Как ты не обезьяна? Ладно, я промолчу. Я Маугли, блядь. Позывной Симба. А мы кого ждем?
Гаррет, да. А, точно. Я хочу рядом с батей покурить. Пап, можно покурить? Так кури. Прям по-взрослому в затяг. Так кури. Главное, чтобы папа не отпиздил. Ну, значит, сигаретку беру в рот, а мне как въебало. На! А, Марк, я, если что, этот позывной на рации сменил. Надо как-то опубликовать или похуй. А чё, мы похуй. Позывные, ну, типа, говорили всем? Пусть... блять. Нет. А, тут похуй, да, какой позывной? А. У меня тигр. Почему тигр? Не знаю, потому что ты похож на тигра. А я Симба. Ладно. Сука, Кукус Клан, блядь. Да. За такое обучение от Ванессы мне кто-нибудь когда-нибудь разобьет ебало. Не исключено. Ну, так, я задумаюсь, если что, короче. Дальше, куда драться будем. Короче, вырубая стрим, скоро пойду спать, наверное. Ну, в любом случае, что или не вырубают, не знаю, опять задержка какая-то дурацкая, интернет. И все дела. Понятки. Уже так. Чисто на приколе. Ладно, вырубаем. Потому что, да, плохо интернетику. Чава какава, чава какава.